вечеру эти цветы как-то по-особенному пахнут. Оценила? Оценила. Умеет ли отлюжа, а? Все, подруга, вылазь. Зачем? Венки блести будем. Опять? Короче, так, я толкаю, ты газуй. Я не могу, я водить не умею, я разобьюсь. Ладно, ты толкаешь, я газую. Не буду. Почему, Люсенька? Женщинам нельзя тяжелые. Ладно, я иду в деревню. Нет, я здесь и одна не останусь в пустыне этой. Ты иди. Не пойду. Ладно. Будем сидеть и будем ждать. Катаклизм. А мне плевать. Там твоих детей съела. Плевать. Первый раз. Я тоже женщина. Мне тоже нельзя тяжелое таскать. Ты поразительная эгоистка, Надь. Я из-за тебя целый день убила, а ты выехать не можешь. 70% англичанок хоть раз в жизни занимались сексом на заднем сиденье машины. 25% делают это периодически. 50% английских мужчин предпочитают только такой секс. У них машины больше. Авторадио. Как они сейчас далеко. Кто? И англичане, и Англия, и все. И все. Это хамство! Где трактористы? Трактористы! Ты посмотри, на всем поле ни одного тракториста! Ты чего орешь-то, а? Чего трактористы? Это у них там на каждом поле по трактористу и на каждом заднем сиденье по мужику. А у нас все по-другому получается. Это у тебя по-другому получается, потому что ты такая неудачница. Кто я? Троих детей без мужика тащишь. Работа мужицкая, на руках мозоли, походка моряцкая. Мертвое море то прошляпило. Ты-то подруга! Тебе 40 лет! 39! Что ты имеешь? У тебя мифический урасик, да? Который в тюзе зайцев играет. И то по замену, да? Я женщина, я при мужчине, я от него ради любви терплю. А ты сама разогнала всех мужиков, свалила на себя целый воз брёт и рада. Да я только свистну, ко мне ребята прибегут из гаража, только свистну, а к тебе кто зайцы прискачут? Ну так свистни! Гадина, ты будешь толкать? Буду! Давай! На базаре потом их порублю. Первый пошел! Смотри на себя, русалка! Мы, конечно! Это